радость. Знаешь, небольшой волшебник. Прям как Дед Мороз. Дай. Почти. Только, конечно, много нужно. Да, и везде вокруг нас. Как мне его почувствовать? Разно. Вот смотри. Например, когда ты есть какой-то дом, когда ты почему-то чувствуешь, что здесь тепло, и улыбаешься. А когда ты зришься, когда хмуришься, ты сразу раздуваешься в большой темной туче вот такой. Вот видишь? Все. Большой каждого человека есть свой ангел-хранитель. Тебя, например, тоже есть. Я вот ангел-хранитель. Защищает тебя от этой беды. Нет, это не ситуации. Давай. Правда, можно? Конечно. Ты знаешь, сынок, любой человек, у которого доброе сердце, и который делает хорошие поступки, может быть, она. Все добрые люди, ангелы. Скажите так. Ну, ты сам это поймешь, когда вырастешь. Огромное счастье. Говорят, что когда он присутствовал на машине, он захотел, чтобы он был приятным. Он любит тебя. Он принимает любое твое колдовство. И именно поэтому он дает тебе самостоятельный выбор. Какой поступок он совершит? Хороший или плохой? Бабочка, я буду делать только хороший. А пока ты главное знай, что каждый поступок имеет свои последствия. Пап, а папа нравится музыка? Конечно, нравится. Знаешь, он ее очень любит. Несколько раз, когда ты не забудешь, что сказать, он тоже будет рядом с тобой. Пойдем домой. Thank you.
можно взять? Это чужой ребенок. Да, молодец. Можно взять? Проблема в том, что это чужой ребенок. Это чужой ребенок.